22 апреля, 10:10 утра, тогда, когда толпы народу еще не было на работу, вот мы с девушкой вдвоем едем в отель. Я после физиотерапии. Срочно сделали временную аптеку. Останется теперь навсегда. Капец, вообще ничего не работает. Шпрингер работает. Сейчас мы там кофе побьем. И баб висит. Место встречи. Пустой арсенал. Пандемия. По-моему, за 600 лет первый раз он закрылся. Короче говоря, это магазин подобие чеховкинского в Лондоне, только с Цюриха. Есть тоже очень дорогие напитки, коллекционные.